Это ужасно несправедливо по отношению к ним. Отец Меган Маркл обвиняет свою дочь в том, что ее дети лишены возможности общаться со своими бабушками и дедушками. Томас Маркл появился в эфире утреннего шоу австралийского телевидения и заявил о несправедливом отношении своей дочери. 77-летний отец герцогини Сассекской обвиняет Меган и Гарри в том, что они лишили своих детей общения с родственниками, включая его самого, их дедушку принца Чарльза и прабабушку королеву. Он высказал свое недовольство по поводу того, что его дочь, которая очень отдалилась от него, не позволяет ему видеться с внуками. Томас Маркл заявил, что единственным членом семьи, который имеет регулярный доступ к детям, является мать Меган, его бывшая жена Дория Регланд. Но он поклялся не обращаться к букве закона, чтобы увидеться с детьми, объяснив это тем, что не хочет, чтобы их использовали как пешек. Они, Арчи и Лилибет, лишены возможности общаться со своими бабушками и дедушками, так же как и со всеми другими родственниками. «Это ужасно несправедливо по отношению к ним», заявил Томас Маркл в эфире утреннего шоу Sunrise на австралийском канале 7. На вопрос ведущих, рассмотрит ли он возможность подачи искового заявления в суд с требованием увидеться с детьми, Маркл отец ответил: «Несколько юристов предлагали мне свою помощь, чтобы увидеть наших внуков, безвозмездно, поскольку закон на нашей стороне. Это станет похоже на игру, в которой пешками являются дети, поэтому я не буду подавать в суд, чтобы их увидеть. Это же дети, нельзя их использовать. Так что нет, я подожду», – добавил отец герцогини Сассекской. Томас Маркл заявил, что будет терпеливо ждать, пока Меган и Гарри сами не будут готовы привести детей. Также он призвал супругов вернуться в Англию, обосновав это тем, что так будет лучше как для их детей, так и для них самих. «Я хотел бы увидеть, как они помирятся с королевой и с его Гарри, отцом, а затем сможем помириться и мы», – дополнил Маркл-старший. Напомним, что мистер Маркл, который так мечтает увидеться с внуками, помириться с дочерью и ее мужем, ранее в своих интервью публично осуждал выбор Меган, называл свою дочь властной, а принца Гарри – мужем-неудачником. Отец уверен, что в браке с королевским наследником его дочь изменилась в худшую сторону. В свою очередь Меган обвинила отца в предательстве.